В Северо-Восточном федеральном университете подвели итоги воркшопа «Скверы города Якутска». В конкурсе приняло участие 10 команд, которые придумали, как преобразить скверы в 8 округах столицы. На обсуждение идей об устройстве скверов встретились студенты и преподаватели из ФФУ, АГИК, Якутского художественного училища, а также архитекторы и градостроители. Главный принцип конкурса – полная открытость и прозрачность всех процедур. У команд была одна неделя, чтобы, учитывая все потребности людей, разработать совершенно новый полезный объект, преобразующий общественное пространство, делая его красивым и более удобным. Студенты научились применять инструменты дизайн мышления и создавать человекоориентированные решения. Самые успешные идеи будут доработаны и реализованы до 2020 года. А мы выбрали участок проспекта Ленина, это квартал 62-й, округ Октябрьский. Мы учли желания жителей. Первая половина, значит, это они желают на своей территории внутри двора сделать гараж автоматизированный на нескольких уровнях. Другая половина, старожилы, они желают обустроить полностью там без парковок, ну, с парковками, но без гаражей.